доченька, сходи за хлебом и за молоком. Доча, на тебе денежку 200 рублей, 200 гривен. Короче, на тебе денежку, купи, сдачу себе можешь оставить, только купи хлеб, хорошо? Хорошо, мам, я схожу в магазин, только можно потом, я спать хочу. Доченька, можешь немного поспать, только 10 минут или 5. Если ты такая, ну как сказать. Короче, потом сходишь в магазин через 10 минут. Если через 10, ты ленивая. Если через 5, то не очень. Ну, то ты не ленивая. Мам, выключи мне, пожалуйста, свет. Ты здесь поспи. Что? Так, посмотрю. ТикТок. Что? Моей дочери 1000 подписчиков. И она даже за мной не делится. Вот это у меня жадина дочь. Ладно. А если хочешь увидеть продолжение, ставь лайки и подписывайся. Пока. Будет вторая часть.